Всем привет! Сегодня я буду готовить аппетитные хрустящие сырные шарики. Этот рецепт – отличная закуска для любого случая. Будь то вечеринка, ужин или просто перекус. Готовятся они быстро и легко, а результат точно порадует вас и ваших близких. 300 грамм твердого сыра натираю на мелкой терке. Далее беру 3 яйца и отделяю белки от желтков. Далее взбиваю белки блендером до белых стойких пиков. Сюда же добавляю 3 желтка, 1 чайную ложку разрыхлителя, 3 столовые ложки муки, приблизительно 90 грамм, а также щепотку соли. Все хорошо перемешиваю. В получившуюся массу добавляю сыр и замешиваю тесто. Вначале лопаткой, затем ложкой. Чтобы сырная масса не прилипала к рукам, я беру растительное масло и смазываю руки. Но это делать не обязательно. И далее чайной ложкой формируем сырные шарики. 1 чайная ложка, 1 сырный шарик. Далее панируем либо в кунжуте, либо в панировочных сухарях, либо в муке. У меня кунжут. У меня получилось 24 штуки. В кастрюлю с толстым дном наливаю растительное масло 200 мл, хорошо разогреваю и жарю шарики до золотистости, буквально минута-две. Долго в масле не держите, иначе может вытекать сыр. И так обжариваю все шарики. Далее выкладываю их на тарелку. Получается очень вкусная хрустящая закуска. Обязательно рекомендую всем приготовить. Очень вкусно с соусом тартар. Рецепт есть на канале. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!